Всем привет, ребят. Ну что, у нас сегодня опять английский сервер. Трешачок. Мы сегодня будем ролить кучу самиков. Ну, не кучу, конечно же, а под хрустальный сундучок. Вот такой вот хрустальный. И мне отсюда надо забрать вот эти вот плюшки. Апекс Кристалс. По сути, 33 000 нам надо будет переролить. Посмотрим, какие шансы. Сегодня больше ничего такого интересного нет. Поэтому, кроме роллинга, нам ничего здесь не остается. Так, окей. Что тут у нас? Бесплатная смена. О, ничего себе. Empower. Ну что, поехали. Сегодня есть по 1500. То есть вы получаете возможность сразу нарулить имбу, скажем так, с 10 героев вам по-любому упадет как минимум один герой. Поэтому поехали, попробуем, какой сегодня 1 апреля будет у нас шанс. Бум! Варлок. Рыцарь, ну такое себе. Леди Лео. Ну, Фантом Кинг. Малыш Никуля. Ну, честно говоря, что-то не ахти падает. Что у нас 1 апреля? Гарпия. Интересно, вот выпьем мы хоть какую-то имбу. Вот сегодня нету там акции на роллинге. Триант. Смотрите, Асурик. Череп. Тыковка. Ну, Командора, в принципе, неплохо. Жлек, конечно, падает. Просто жесть. Сегодня день Гаргола. Так, ну что, мы где-то тридцатку. Тридцатку уже вытащили. Ну, по сути, вот смотрите, 40 000 слил. И нифига толкового не получил. Ну, вот как это? Ну, для меня как бы толково. Так оно, в принципе, неплохо упало. Там и Командора, и Асура. Ну, это нас особо не тешит. Так, отлично. Что, поехали. Будем забирать хрустальные. Я не буду вам там, в принципе, его и так награды все видите. Сейчас позабираем хрустальные и пооткрываем плюшечки. Сейчас я быстренько, ребятушки. Ну, самое основное вот при прокачке прорыва, это вот я заметил, это уже красные кристаллы и книги после 20-го. Реально книг там около 6000, да, надо. Плюс надо дофигища. Всего красные кристаллы. Просто нереальное количество. Я думал раньше, что ковка рун — это просто жесть. Ну, сейчас я понял, что прорыв — это просто жесть. Так, окей. Поехали дальше трешевать. Поролили мы по 1500. И, как видите, нифига толком не наролили. Так, хрустальный последний нам не дает забрать. Так, делаем вот так вот. Бум. Ну,
так вроде ничего, на первый взгляд. Но не особо. Хотелось бы, чтобы они обратно вернули сюда книги, потому что без книг реально печалька. Так, все, что не пропадает, все пропал. О, понеслась еще дополнительно, нам дали плюшечек. Вот так вот, 12 тысяч, ребят. Ну, это бонусом пришло, тут за большой пак еще бонус плюс Apex Crystals. В принципе, неплохо. Так, окей, поехали теперь это все открывать и качать нашу имбу. Так, открываем сразу же пятые сундучки. Опять 172 сундука у нас. О, смотрите, как чудесненько книжечки падают. Все падает. Коробочки. Все, что надо для бездона. Так, отлично. С этим разобрались. Что у нас? Опять кристаллы накопились. Тринадцать тысяч книг, в принципе, неплохо. А что по Apex Crystals? Шестьсот пятьдесят два, но этого маловато будет. Так, наша седнушка. Ну, я думаю, где-то 28-й должны качнуть. А может и больше, в принципе, мы и там забрали. Максимум по-любому ей не качнем. В следующем я даже не знаю, кого качать. Надо будет определиться. Хочется и Франки качнуть, тоже очень неплохо себя в дефе показывает. А на максималке там вообще будет бища. Ну или Дяха тоже, в принципе, неплохо. Или Дяху надо качать, в общем. Надо будет позаморачиваться. Так, 27-й. Да, 28-й, 29-й, 30-й. Нам не хватит уже. Так, окей, потом доберу еще. В общем, по чуть-чуть уже им буду делали практически. Так, что у нас есть сегодня еще интересного? Это уборка. Поехали. Посмотрим, что у нас тут ждет интересного. Так. Land for Prizes, это понятно. Lucky Prospector, ну давайте забежим, посмотрим. Лазулю можно выиграть. А, мы награды отсюда не забрали. Я думаю, что такое, что он у нас висит. Хорошо, хоть висит, еще можно забрать хоть какие-то плюхи. Так, бинг мне интересен. Алхимик. Что-то странно, как-то маловато акций сегодня. Хотелось бы побольше. Так. Да, печалька. Ну, не знаю, я думал, они хотя бы увеличат какие-то проценты, шансы. Но что маемо, то маемо. Так, ну что у нас следующим? Кто будет интересен такой на прокачку? Интересен, в принципе, Фрэнки. Интересен Асура.
тоже неплох будет. Фьян Анубиса, я не знаю, что пишут, качай-качай Анубиса. Это пока я в раздумьях насчет Анубиса, надо будет определиться. В общем, вот так вот, такой вот мини-трешачок у нас получился. Ну, честно говоря, я не особо рад такому. Давайте еще разок. Давайте, вот у нас есть 6К, еще 4 рольным. Влад Дракула, Профессор Риббит, Трикси и Рыцарь. Вот так вот. В общем, ребят, такой вот роллинг. Пишите комменты, ставьте лайки, репостики, участвуйте в конкурсах. Всем удачи, всем пока.